К большому сожалению, стало известно, что Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни. Недавно появились новости об ухудшении здоровья Леонида Куравлева, а сегодня стало известно о его кончине. Недавно у 85-летнего артиста обнаружили воспаление легких. Более того, у него было диагностировано серьезное поражение мозга. В последние дни жизни звезды фильма «Афоня» не мог есть самостоятельно. В его желудок была вставлена трубка, через которую поступало питание. Поклонники творчества Куравлева не могут поверить в трагедию и выражают слова соболезнования его близким. Дочери Екатерине, сыну Василию и внукам. К слову, семья артиста его смерть пока никак не прокомментировала. Напомним, в 2012 году Леонид Вячеславович похоронил любимую супругу Нину Васильевну, с которой прожил более 50 лет. С тех пор актер ушел в себя и предпочитал не появляться на светских мероприятиях. Последние месяцы жизни звезда советского кино провел в специальном учреждении для пожилых людей. Куравлев поступил к нам летом, то есть примерно полгода назад, как я поняла, именно с последствиями своего горевания после смерти жены, в апатии, депрессии. При этом Леонид Вячеславович был и физически в плохом состоянии, которое шло от невозможности без нее жить. Он лежал, не ходил совсем, рассказал один из сотрудников пансионата.